да? И так бывает в жизни, что до победы не хватает всего чуть-чуть, да? Ты вроде бы вот шел, старался, тут тебя опередили, ты расстроился, в то же время ты не хуже, просто ты немножечко, вот чуть-чуть тебе не повезло. И у нас была ставка 250, а ближайшая была 230, да? Ребята, судьба такая вещь, что иногда вторые становятся первыми, последние обгоняют вообще всех. Поэтому за то, что вы торговались последним, вам такая же банка бесплатно.